питання, ви будете балотуватися у Верховну Раду на місце Філатова? Так. Ну, дивіться, чому я питаю? Тому що були кулуарні певні розмови про те, що нібито була домовленість із вами, що Філатову не докучає Вілку Лодніпропетровську, і ви не йдете у Верховну Раду за цим округом мажоритарним. Ні, таких домовленостей немає ніколи, ні з ким. Я хочу ще раз чітко, щоб ви розуміли, в отличие від тих, отношения при политическом суде. И никогда не делая ничего. Как бы это решение, безусловно, знаете, оно будет объявлено публично. А Пилатов шел обстоятельно в ДНР, абсолютно честно выявили. И сомнений нет, потому что перед 26 000 20 рублей. Извините, а такого домого цивилизации. Ну, а ви готові йти до Верховної Ради? Ви от особисто? Хочете потрапити? Я вам скажу чесно, тот склад Верховної Ради, який зараз, він фактично не підтримується. І, чесно говоря, я плохо бачу ефективну роботу в цьому, так сказати, плані. Ну, якщо партія вирішить, буду віддавати всі сили, тому що в общем-то. Сергій Щербина, видання «Інсайдер», так само у нас у студії, є питання. Здравствуйте, Геннадій Олегович. Здравствуйте, Сергій. Геннадій Олегович, в світі вашого останнього відповіді, наступний вопрос. Буде ли ваша політична сила настаювати на досрочних парламентських виборах? Підтримуєте ли ви цю ідею? Я хотів би сказати по цьому поводу. Ми в даному випадку выступаем, прежде всего, за то, чтобы ситуацию, напряженную ситуацию, которая сложилась в стране, разрядить либо будем так говорить, мягкий путь. Мы не выступаем из-за то есть мы против кровопролития. Мы против того, чтобы горели шины на улицах. Мы против того, чтобы киевлянам создавать дискомфортные условия жизни. Мы в какой-то степени даже сегодня не можем сказать, что мы однозначно за парламентские перевыборы. Сегодня у парламентских партий есть возможность переформатировать коалицию таким образом, для того, чтобы парламент начал работать эффективно. И демократических сил для этого достаточно. Для этого нужна лишь политическая воля. Поэтому мы прежде всего за мягкий путь. Если есть возможность у парламентских партий переформатировать коалицию, то мы будем это приветствовать, и мы не рвемся. Знаете, если кто-то думает, что мы раскачиваем ситуацию для того, чтобы были перевыборы, для того, чтобы партия УКРОП зашла в парламент, тем более, что есть такая возможность. Мы не спешим это делать. Мы поучаствовали в местных выборах, мы считаем, что нам нужно наладить кадровую партийную работу. Поэтому, если парламентские силы найдут в себе политическую волю переформатировать коалицию, мы будем это приветствовать. Пане Геннадію, питання таке, стосується воно створення Народної Ради. Розкажіть детальніше, що це має бути. Що це має бути за об'єднання? І з ким ви вже ведете переговори? Смотрите, я не хочу, щоб, знаєте, у мене таке відчуття, що багато людей живуть якимось міфами. Поки немає ніякої Народної Ради. На самом деле, этот процесс начался еще, не знаю, может быть, в начале сентября, и его инициаторами выступали некоторые депутаты от самопомощи, некоторые депутаты от Батьковщины, как бы и РПЛ был, в общем-то, инициатором создания Народной Рады. Мы сказали, что если такая Рада будет создана, то наши нефракционные депутаты, безусловно, ее поддержат. Но на сегодняшний день такой Народной Рады не существует. И никаких протоколов не существует. Я не хочу, чтобы вот
подобная дезинформация как-то гуляла даже в кулуарных кругах. Этого нет. То есть были просто разговоры, были инициативы, но ничем не закончили. Ну, ви говорили напередодні власного арешту з Юлією Тимошенко. Во-первых, я с ней обсуждал в целом политическую ситуацию, и мы обсуждали рабочие вопросы, связанные с, прежде всего с местными выборами, с представителями в комиссиях и так далее. Вот я, например, в частности указывал, высказывал Юлии Владимировне такое мнение, что во фракции «Батьковщина», криворожской фракции «Батьковщина» очень много людей, так сказать, засланных со стороны господина Билкова. Мы в этом убедились вот только сейчас, когда люди на местном уровне от «Батьковщины» неожиданно признали результат выборов по мэру Кривого Рога Юрию Билкову. И Юлия Владимировна вынуждена была распустить местную ячейку и опровергнуть их сообщение. Их поддержку, понимаете? Так. Мы говорили вот о таких вещах, но не было никаких, опять же, знаете, каких-то там договоренностей, каких-то заговоров против кого-то, вместо кого-то, этого не было ничего. Тобто я правильно зрозуміла, що ви не працюєте над створенням. Так, чуєте? Алло. Ви чуєте мене, пане Геннадію? Тобто ви не працюєте над створенням такого собі альтернативного політичного фронту, який був би в опозиції до Петра Порошенка? Ні, ми не збираємо опозицію Петру Порошенка. Ми сьогодні працюємо над розвитком, укріпленням позиції нашої партії в регіонах, над розвитком партійної ідеологічної школи, над кадровим резервом. Ми, прежде всего, зайняті своїм партійним строительством. Навіть після... Якщо поступять подобні пропозиції, безусловно, ми будемо їх розглядати на політичному совіті нашої партії. Навіть після вашого арешту ви над цим не замислюєтеся? Смотрите, я не хочу зв'язувати свій арест. Я, безусловно, благодарю всім політичним силам і всім політичним діятелям, які виразили свою об'єктивну міру по этому поводу, но это не значит, что я должен сразу после ареста создавать какие-то заговоры против кого-то. Я сегодня еще раз, я убежден, что сегодня достаточно нормальной политической воли для того, чтобы просто переформатировать коалицию, создать техническое правительство, а не правительство, которое контролирует непонятно кто, потому что и Арсений Петрович его не контролирует, и, наверное, и президент до конца не контролирует, и какое-то внешнее правление, наверное, уже существует. Я не понимаю. То есть должно быть слаженное техническое правительство, которое будет реально заниматься модернизацией страны. Даже не реформой, модернизацией. Переформатована коалиция, на вашу думку, воно як має виглядати? Я считаю, что туда должны зайти прежде всего все демократические силы, которые есть в парламенте. Другое дело, какими частями они туда сыпут, это, конечно, вопрос. Геннадий Олегович, если позволите, вы вчера выступили с достаточно громкими заявлениями в эфире. Вы говорили о соратнике президента Игоре Кононенко, о том, что сейчас под его контролем находится Укртранснафта, экспортные операции Одесского припортового завода и так далее. Вы можете каким-то образом конкретизировать и развить эти вещи? То есть каким образом он, например, сейчас контролирует Транснафту или Одесский припортовый, через кого? А он соратник президента? Ну, Игорь Кононенко, да. Я не знаю, я просто знаю, что он народный депутат по фракции ПДП. Он более того, он бизнес-партнер президента. Я, значит, не настолько информирован. Я могу сказать следующее, что действительно этот человек возглавляет коррупцию. Не только он, есть еще некто Свинарчук Лазбовский, там вот целая бригада, да, Мартыненко, по-моему, он в другой вообще фракции, который сегодня, в общем-то, для этого есть факты, то есть контролируется это через директоров, то есть это та же система, которая существовала при Януковиче, даже при Леониде Даниловиче Кучме, когда, знаете, это называется зайти на директора,
Вот они зашли на директора и контролируют потоки таким образом. Вот и все. Геннадий Ильич, новоназначено... Это очень просто. Контролируют контракты ОПЗ через комиссионную структуру, через комиссионера, который через себя пропускает контракты внешнеэкономические. Это, я думаю, элементарно проследить. Так же, как сегодня, например, Вольногорск и Ершанский ГОК торгуют через австрийскую структуру. Вы не знаете, почему? Это государственные предприятия. Почему они должны торговать через австрийскую структуру, я не понимаю. Скажите, новоназначенный директор Укртранснафты Гавриленко, как вы считаете, он каким-то образом связан с Кононенко? Да, безусловно, конечно, это креатура, которая лоббировалась Кононенко. Естественно, конечно, он имеет к нему отношение. То есть, насколько... я не видел, чтобы они спали в этой постели, если их, конечно, забрали. Но эти люди имеют горизонтальную связь. Да? Вот есть вертикальные связи, есть горизонтальные. В данном случае Кононенко и тот человек, которого вы назвали, имеют горизонтальную связь. Ну, я так понимаю, эта связь происходит через Александра Грановского и Андрея Адамовского, правильно? Александр Грановский скорее является обслуживающим персоналом этой связи. То есть он обеспечивает юридическую сторону всех этих процессов. Ну, ви заявили про те, що ви знаєте ці всі факти, але не збираєтеся поки що конкретизувати. Коли можна очікувати від вас, що ви надасте ці документи? В ближайше время всі стануть свідетелями, очень достаточно таких разоблачений. Своє розслідування, наскільки я знаю, исходя из, я читаю Facebook Валентина Наливайченко, он ведет свои расследования, у него есть документы. Есть еще группа людей, которая в Австрии ведет расследование. И я думаю, что в какое-то ближайшее время мы станем свидетелями этих документов. До речі, про Валентина Наливайченка до вас питання. Ви теж адресували йому пост у Фейсбуці із декількома запитаннями. Зокрема, ви питали його, чи знає він про тиск на свідків. І ще питання, чи відомі йому будь-які факти о замовному характері кримінальних справ проти вас. Ви, по-перше, отримали відповідь від нього? Значить, смотрите, там було гораздо більше вопросів, там було порядка 7 вопросів. Так. Я перечислял эпизоды, которые не меняются. Почему я их перечислял? Потому что на самом деле эпизоды датируются периодом, когда Валентин Наливайченко еще был главой СБУ. Поэтому, как бы, понимаете, да, причинно-следственную связь, почему к нему? Действительно, Валентин Наливайченко дал промежуточный ответ. На, опять же, на своем аккаунте в Фейсбуке он, безусловно, дал оценку действиям прокуратуры, аккуратно сказав, что, в общем-то, политические действия, что это недопустимо, как бы вести политическую борьбу такими способами. И сказал, что в ближайшее время, как только вернется из своей поездки из Вашингтона, где он встречается с официальными представителями Госдепа и Сената, даст более развернутый ответ. Вы можете у него на Фейсбуке посмотреть его ответ. Ну, мы дивилися, цю відповідь, вона досить така, ну, непевна, якщо чесно, нічого не зрозуміло, конкретики там немає, дивіться. У Валентина Наливайченка так. Что он находится в поездке, но по приезду я жду и надеюсь, что все-таки он даст развернутый ответ. Чи будете ви з ним об'єднуватися, принаймні, у боротьбі з корупцією і з Кононенком? Тому що і він про Кононенко неодноразово заявляв, і от ви заявили теж напередодні про це. Смотрите, в борьбі з корупцією ми готові об'єднатися з ким угодно. Не тільки з Валентином Наливайченком, а со всіми тими здоровими силами, які готові сегодня взять на себя ответственность, не побояться этого и бороться с коррупцией. Геннадий Ильич, я слышал мнение о том, что Игорь Кононенко может быть одним из авторов идеи вашего ареста. Скажите, это так или нет, по вашему мнению? А это так, он руководил непосредственно этой силовой операцией, разрабатывал ее, осуществлял он эту связь через некоего полковника Демчину, который непосредственно уже осуществлял мое похищение и перевозку меня в Киев различными транспортными средствами. А какой мотив Игоря Кононенко, как вы думаете?
Слушай, какой мотив Кононенко? Зачем ему это нужно? Ну, какой может быть мотив у коррупции? Подумайте. Да. Обірвалась зв'язок на запитанні про те, чи попереджав вас Арсен Новаков. Як це було? Про те, що про можливість вашого арешту. Я понял. Я вообще в період виборів ходив на так називаємо профілактичні бесіди к Арсену Авакову. То есть со мной были профілактичні бесіди, тому що как бы, очевидно, кто-то отрицал все время информацию о том, что возмутительным порядком. Поэтому действительно Арсен Аваков со мной как бы мониторил меня, вел со мной профилактические беседы по поводу того, что, так сказать, политическая борьба, которой я занимаюсь, имела прежде всего цивилизованные рамки. Ну, тобто... И, в общем-то, мы это и продемонстрировали. А действительно, в одном из разговоров, такое намерение, да, о том, что есть такой разговор, что настаиваете на том, чтобы я уехал из страны. На что я сказал, что это невозможно, потому что, извините, я тут живу, я гражданин Украины, никогда не понимал, что я гражданин. Алло, алло. Алло, так, ми вас чуємо. Так, ми вас прекрасно чуємо і бачимо. Так, тому дійсно був такий розговор, так було б дуже обтікаємо. Я не можу сказати, що Арсен Аваков чував на конкретних лиц, але він сказав, що такі розговори є, і, можливо, тобі краще дійсно. Я вважаю, що це невозможно. Я об этом говорив неоднократно, у мене четверо дітей, у мене батьки больні. Я, в общем-то, гражданин Украины, люблю родину, защищал ее. Поэтому пусть уезжает тот, кто, очевидно... За сколько дней это было до вашего арешта? Еще раз. За сколько дней до арешта это было? Эти разговоры были еще где-то. Ну, фактически где-то. То есть во время выборов в Чернигове в том числе? В том числе во время выборов в Чернигове. Скажіть, ну ви так само зустрічаєтеся чи зустрічалися із Ринатом Ахметовим? Розкажіть, про що із ним говорили? Ринату Ахметову я представив нашу партійну програму, об'яснив, що пора знаходити якийсь консенсус для того, щоб повисити, прежде всего, соціальні стандарти життя населення. І об'яснив ті закони, які ми от нашей партии для того, чтобы прежде всего положить конец так называемой демонополизации и чтобы целые отрасли экономики не зависели от отдельных физических лиц. То есть это был очень конструктивный разговор, деловой разговор. Как бы я объяснил правила, что эти правила не будут отличаться ни для кого. И мы считаем, и любой нормальный бизнесмен должен понимать, тем более крупный бизнесмен должен понимать, что если в стране не изменятся социальные стандарты жизни, то все бизнесмены лишатся своего бизнеса. Просто лишатся всего. Понимаешь? Пане Геннадію, чи думали ви об'єднатися із бізнесменами? Можливо, влітку була така зустріч, яку організовував Сергій Тарута. Так само він збирав незгодних із, ну, не те, щоб режимом, а із діями, да, із політикою партії президента, бізнесменів. Було там близько 30 людей, за його словами, там теж був Ринат Ахметов. Ви про такий варіант думаєте те, щоб збиратися із бізнесменами, якось там консолідуватися проти політики партії, як от сказав Сергій? Нет. Еще раз хочу сказать, что вы сейчас говорите о бизнесменах или об олигархах. То есть я действительно встречался с различными олигархами и объяснял, в чем суть того предложения, того пакета законов, который мы будем имплементировать в жизнь, когда у нас появится такой же шанс. Этот пакет, прежде всего, касается демонополизации. И речь идет об отраслях экономики, которые контролируют ряд физических лиц. И этот ряд очень небольшой, поэтому мне не нужно встречаться с бизнесменами и устраивать, как вы говорите, я не могу понять, у вас такая
настрой о том, что Орбан со всеми встречается для того, чтобы осуществить некий заговор. Если не с политиками, то с бизнесменами. Если не с бизнесменами, то с лидерами партии. Я думаю, что вам нужно просто перестать жить в этих иллюзиях, перестать пугать тех людей, которые, очевидно, питаются этими иллюзиями. То есть мы выбрали для себя нормальный, цивилизованный, политический путь. У нас есть программа, платформа, манифест. И мы будем добиваться того, о чем мы декларируем, политическим путем. И мы достаточно эффективные люди, деловые люди. То есть мы умеем показывать дела, свою работу. Понимаете, доказывать дела, например. Так. Так. Речь идет о заговорах, то ли с бизнесменами, то ли, знаете, а то у нас получается так, как, тут можно такое сравнение провести, знаете, когда Гитлер приходил к власти, то он встречался с собственниками универмагов и рассказывал, что он ликвидирует лавочников, а потом встречался с лавочниками и рассказывал, что он ликвидирует крупных собственников универмагов. Тут такого нет. Хорошо? Геннадий Олегович, все-таки по поводу боязни заговоров, это не наша иллюзия, это иллюзия других людей. Фобии. Вот, я все же... Давайте иллюзию, как даже вот постановкой вопроса, поддерживать эту иллюзию. Поэтому я хочу сказать еще раз. Мы идем политикой, нормальным, цивилизованным, демократическим путем. То, что я встречаю с бизнесменами и политиками, это нормально. Потому что я считаю, что то, у кого есть возможность говорить, и тот, у кого есть возможность слышать, а те, кто слышит, то уже говорит. Понимаете, вот так рождается диалог. И все. А когда никто ни с кем не разговаривает, а все со всеми воюют, то, естественно, в этой ситуации конструктива никогда не будет. Ну, а с Порошенко говорили? Якщо вже зі всіма говорити. Олігарх і бізнесмен. Так, ну, Порошенко, скоріше, це олігарх. З Порошенко говорили? Он президент, наверное, скорее всего, прежде всего. Значит, я не говорил, он меня не приглашал к разговору. Я не знаю, стану ли я говорить. Геннадий Ильич, а с Ахметовым вы нашли консенсус или взаимопонимание какое-либо? Конечно, он нормальный, трезвый человек, который понял, о чем я говорю. И когда он услышал, что правила должны быть одинаковые для всех, без исключения. Независимо от того, какие политики в стране, какого цвета, правила должны быть одинаковые для всех бизнесменов. Тогда не будет олигархии, не будет монополизации, будут крупные бизнесмены, будут средние бизнесмены, будут мелкие бизнесмены. Так как это во всем. Вот и он нормально это воспринял и услышал то, что я говорю. А с Дмитрием Фирташем вы не встречались? Не разговаривали? Встречался, потому что я так понимаю, что и он находится под домашним арестом, и я. А коли ця зустріч відбувалася? Відбувалася? Не відбувалася. Ну, ви говорили з ним скайпом чи як? Я не говорив, я ж говорив. А, не говорили. А, мені почулося, що говорили. Що, Геннадій Ільич, я просто об'ясню природу свого питання, тому що ви все-таки, простите, якщо чого, асоціюєтесь з групою «Приват». В первую очередь, с Игорем Коломойским. Да? Учитывая консенсус с Ринатом Ахметовым, то человек, который может вас объединить, это Арсений Петрович Яценюк. В первую очередь. Да, Арсений Петрович Яценюк. Я говорил с Ахметовым, с Коломойским, Лучком, прежде всего, с крупными бизнесменами, которых сегодня называют олигархами. Почему их называют олигархами? Очевидно, потому что они влияют на целый возраст народного хозяйства. Понимаете? А Арсений Петрович – это официальный человек, премьерный министр. Я пока не нагрелся. А если в декабре месяце станет вопрос об отставке Арсения Петровича, ваша политическая сила его поддержит или будет выступать за его отставку? Нет, он не будет пока выступать за отставку Арсения Петровича. Мы не поддержим отставку. Не поддержим. Во всяком случае, в ближайшее время. Я думаю, что мы не будем поддерживать отставку Арсения Петровича. Но давайте смотреть, как будет складываться обстоятельства. То есть мы не хотим дестабилизации. Другое дело, что сегодня то правительство, которое есть, надо понимать, что Арсений Петрович его не контролирует. Он контролирует максимум 3 министров. Знаете, а так как это будет тяжело, я, например, не представляю себе, смог ли бы я работать и делать какие-то вообще реформы, будучи на его месте, если я не контролирую министров, если министры напрямую подчиняются то ли партийным боссам каким-то, то ли администрации президента. То есть это не команда, понимаете?
понимаете, должна работать команда. Зрозуміло, дякую. Скажіть, коли з'їзд має бути партії? Коли має бути з'їзд партії, коли має бути вирішене питання про те, чи будете ви балотуватися в депутати? З'їзд партії пройде в ближайшее время, я думаю, в годовщину Майдана 1 декабря, может быть, 2 декабря, мы сделаем по этому поводу отдельно. Сейчас просто технически решается этот вопрос. Зрозуміло, дякую вам.